Все хорошо, лапа? Что происходит? Что за крики? Надо уходить. Иди, рассказывай, лапа. К чему эта спешка? Можешь помолчать хоть минуту? Ладно, дорогая. Но куда мы вообще идем? А, голова кружится. Мы можем бежать помедленнее. Лили! Лили! Я скучала! Что? Почему Лили достались воссоединительные эмоциональные объятия, а мне только царапины? Что за разные отношения? Несправедливо! Некоторые животные равны, а некоторые нет. Смирись. О, Цвей! Это ты придумал разбить окно, да? Спасибо! Ты гений! Минуту. Эти зомби, ты не контролируешь их каким-то механизмом? Они типа... твои друзья? Да, и что? Эти близняшки, они не их дети, верно? Боже, как странно. Что? У тебя уже есть Мьюту? Где твой Пикачу? Как? Клэр! Ничего, пап. Я просто устала. Давайте найдем место, где передохнуть, прежде чем выдвигаться. Я что-нибудь приготовлю. Может, если останемся здесь, сможем найти Эльзу. Разве это не слишком близко к школе? Не переживай. Пока они не посмеют высунуться на улицу. Я Макс. Прости, чуть не убил тебя в тот раз. Без обид. Я Алекс. Я тоже ударила тебя по голове. Мы квиты. Какая малюсенькая. Доча, не будь грубой. Поняла, поняла. Я Клэр. Прости, что испортили тебе свидание. Ты правда с ним встречаешься? Да. Сколько раз мне еще повторять? Только что осознала, насколько это безумно. А ты не слишком жестокая для девочки? Такая маленькая. Ну-ну. Как ты отбивался этих людей такими маленькими ручками? Вау, дорогие часы! Серьезно, как ты сошлась с мертвецом? Ты просто ворвалась туда и привела с собой армию зомби, чтобы спасти его? Должно быть, он правда тебе нравится? Эй, народ! Тут есть еда! Нет! Я тебе нравлюсь! Это я? Нет! Притащить народ не я придумала! Это была идея Лили! Но ты так переживала за него, что заплакала! Вау, теперь ты говоришь с ним? Я думал, ты его игнорируешь? А? Она ревновала, потому что ты подружился с Клэр и Эльзой и игнорировала тебя. Сопротивление бесполезно, я уже написал ему. Ох, Алекс! Уходи! Я ненавижу тебя! Ха, теперь он правда как зомби. В конце концов, ты обычная девочка. Кучка придурков. Хватит лосица у всех на глазах, это смущает. О, еще один присоединяется к веселью. Давно Клэр так не смеялась. Народ, вы просто нечто. Поспи, Клэр. Обед будет готов, когда ты проснешься. Спасибо, парень. Хотите чего-нибудь? Стейк! Бургер! Чипсы! Наггетсы! Жареная курица! Что угодно глубокой прожарки! Нет. Немноговато калорий. Давайте перефразирую. Есть то, чего вы не едите. Нет. Людей. Окей. В этом ресторане только курица. Она уже приготовлена и замаринована, так что она должна быть безопасной. Так вот, как работают гриль-рестораны. Сегодня я выучил кое-что новое. Что ты будешь делать? Макс и Клэр голодны, так что в еде должно быть много углеводов. Опять углеводы? Но... И еще к черту углеводную диету. Углеводы – это жизнь. Тебе она бы пригодилась. У меня есть жизнь, в отличие от тебя. Большое спасибо. Клэр выглядит слабой. Может сделать конжи? Рисовая каша. Можно подавать отдельно или вместе с ингредиентами. Обычно подается больным. Бабушка готовила мне его, когда я болел. Ну, наверное, это будет слишком скучно для их инфантильного вкуса. Или здесь людям больше нравится куриная лапша? Мне брускетта, пожалуйста.
А что конкретно ты готовишь? Суп. Ты не устала? Ты можешь отдохнуть? Не, я нормально. Что, тебе так интересны мои навыки? Ага. То, что ты готовишь, всегда интересно. Это что? Для чего этот лимон? О, эй, не чеши! Лилия мне волосы заплетала. Хватит ворошить мне волосы. Приступай к делу. Ладно. Капец. Что на тебя нашло? Тебе помочь? Спасибо, но сейчас я хочу сделать все быстро. И он погрузился в работу. Как в вязании. Его руки двигаются с минимальным усилием. В быстрой и упорядоченной манере. Все делается четко. Плавное движение и очередной шаг позади. То, как он работает, выглядит довольно... как это слово... профессионально? До всего этого он просто обязан был быть шефом. К сожалению, придется использовать куриный бульон. Сэкономить время. Ну, я думала, что ты типа против еды со склада. Жизнь жестока. Не бывает передвижных холодильников. Для тебя морозилка, где хранится еда. Это я понимаю. Но то, что он готовит, довольно... необычно. Не то, чтобы я сильно разбиралась в еде, но все же... Например, тот суп и странный хлеб, который он сделал в первый день. Что-то западное, наверное. Но я никогда ничего подобного не видела. Я хотела спросить... Как ты помнишь столько рецептов, но совсем не помнишь свое прошлое? Тебя бабушка всему научила? Нет, выучили где-то. Наверное. Осторожно, горячо. Есть шанс, что ты был шефом? Не знаю, честно. Я просто знаю, что хочу есть. И это была ты. Верно. Но разве ты не хочешь узнать, типа, кто ты есть на самом деле? Что будет, если она узнает, что я сблизился с ней из-за того, что хотел ее съесть? Она возненавидит меня. Похоже, тебе придется влюбить ее в себя так, чтобы она не ненавидела тебя. Окей. Работай над этим, мертвый парень. С чего это ты все обо мне, да обо мне? Раз ты так заинтересована во мне, я должен ответить тем же. Я заинтересован. В твоих навыках уничтожителя миров. Нарежешь курицу на маленькие кусочки. Они хорошие. Откуда ты знаешь? Они тебе не навредят. Ну же, доверься мне. Я не кусаюсь. Вперед! Ты в порядке, Лапа? Меня зовут Энн. Но он ненавидел, когда его называли Энн. Зануда. Боже, я тебя ненавижу. Просто признай, я тебе нравлюсь. Еще одно слово, и я нарежу тебя на маленькие кусочки вместе с курицей. Слово.